أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим принести вам свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламуллахи алейха. В связи с этими событиями мы начали серию передач, посвященных именно этой теме, именно личности госпожи Фатимы. И в связи с этим событием мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого гостя, Худжатуль Ислам валь Муслимин, шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, с прошлых передач мы начали затронули тему именно роли госпожи Фатимы Захры, саламу алейха, в истории всего человечества, с точки зрения ислама. И вы начали разъяснять аят Корана, на котором я вас прервал, так как предыдущая передача подошла к концу. Могли бы вы продолжить с того места? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей. Мы говорили о врагах и говорили о врагах его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности, говорили о внутренних врагах, которые были намного опаснее и сыграли намного более важнейшую роль, чем могли бы это сделать, например, те же самые идолопоклонники, многобожники. Мы подчеркнулись, столкнувшись с жизнеописанием его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, последние годы в особенности, и в особенности последние дни жизни его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы обнаружили, что его светлость уделил этому особое внимание. Уделил этому особое внимание и пытался оградить, сделал все, чтобы оградить умму, оградить будущие поколения от влияния этой группы, группы лицемеров, которые окружали, находились в Медине и окружали его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Те старания его светлости, на которые мы указали, они подчеркивают всю важность вопроса, когда его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, неоднократно повторяет, то есть дает понять мусульманам, своему окружению, что может быть средством этого спасения, что может быть средством спасения от этой смуты, от этого зла, от этого мрака, который ожидал мусульман, мусульманскую умму, мрака, который источала эта группа лицемеров. И его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, неоднократно говорил одну фразу, одно предложение, которое запечатлилось и сохранилось, причем в таком виде сохранилось, что в достоверности и то, что и в том, что на самом деле посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, эти слова сказал, здесь нету ни у кого никаких сомнений абсолютно. Да, есть разное понимание, разное толкование, кто-то свое пытается навязать понимание, но все-таки основа и достоверность самого этого предложения, оно ни в коем случае не подвергает сомнению. Его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно говорил: «Я оставляю среди вас две ценности – книгу Аллаха и мое семейство, мое потомство. Если вы будете придерживаться их, то вы никогда не заблудитесь». И когда его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, в четверг, в тот самый злосчастный четверг, когда Умар ибн аль-Хаттаб, второй халиф, приписал это неподобающее его святости посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он приписал его святости, именно тогда его святость посланник Аллаха, это последняя его попытка все-таки не просто на словах передать этот смысл, но и запечатлить, откуда мы знаем, что именно это хотела его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, написать. Почему? Откуда мы знаем?
оттуда, что его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на протяжении последних годов своей жизни неоднократно повторял эту фразу. И в этой фразе фигурирует такое предложение «Лан тадиллу ба'ди абада», что вы никогда после меня не заблудитесь. «Ин тамассактум биха», или «Ин тамассактум бихим», или «бихима», если вы будете придерживаться этих двух ценностей, то вы никогда не заблудитесь. И здесь, когда его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, просит принести принадлежности для письма, он то же самое говорит. Говорит, я напишу вам то, благодаря чему вы никогда не заблудитесь после меня. То есть это ясное указание, недвусмысленное указание на то, что именно это его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел оставить. Хотел завещать, оставить завещание, чтобы мусульмане следовали, взяли своими руководителями, своими лидерами, своими имамами тех людей, о которых в Священном Коране сказано «Ахляль-Бейт», и о которых в хадисе, в своей речи сказал его светлость, то есть «Ахляль-Бейти», которые на тот момент были ясны, то есть совершенно было очевидно, кто это такие, кто это, что это за люди «Ахляль-Бейт». И самым первым из этих «Ахляль-Бейт» является ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха. А почему? Обратите внимание, «Ахляль-Бейт» означает «обитатели дома». И это «Ахляль-Бейт» дошло до нас в Священном Коране, в котором в аяте мы обнаруживаем эти слова, в аяте, в котором говорится о женах его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но когда говорится о женах, говорится «буютухунна». То есть «буютухунна» – это множественное число, то есть «в своих домах», «свои дома» говорится. Когда говорится о домах жен пророка, говорится о разных домах, о множественных домах. Но позже говорится «иннама юриду Аллаху ли юдхиба анкум риджса ахляль-бейт ва ютаххиракум татхира» – «о обитатели дома». После этого имеется достоверное предание, которое дошло во многих источниках, в частности, Хаким Нишабури в Мустадрак аль-Сахихейн привел этот хадис и подтвердил его надежность и достоверность, согласно условиям Бухари и Муслима. Возможно, одного только Муслима. И в этом предании говорится о том, что его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как был ниспослан этот аят, 6 месяцев подряд проходил мимо дома ее светлости Фатимату Захра, саллаллаху алейха, и читал этот аят. 6 месяцев, просыпаясь на утреннюю молитву, его светлость проходил мимо дверей дома ее светлости Фатимату Захра, саллаллаху алейха, и давал понять, что этот аят об этом доме. Этот дом. А почему этот дом? Потому что это дом Фатимы, саллаллаху алейха. Это очень важно. Это крайне важно. И здесь, когда мы в Священном Коране, в суре Нур, читаем, что «Аллах нуру самавати валь арды, масалу нурихи камишкат», что Бог является светом небес и земли, и пример света Бога подобен мишкату, и этим мишкатом мы обнаруживаем, что является мишкат, здесь под мишкатом подразумевается, то есть здесь уподобление, да, на самом деле, это никогда не стоит забывать. Здесь в этом аяте «Масалю нурихи кемасали мишкат», то есть здесь уподобление идет. И здесь мишкат уподобляется, на самом деле, ее светлости Фатимату Захра, саламуллах алейха, потому что она является хранителем этого невероятного света. Говоря о опасности и о важности и о значимости и о той роли, которую сыграли эти лицемеры, мы, обращаясь к той же суре Нур, обратите внимание, это 39-й аят суры Нур. Здесь сказано: «Валладина кафару а'малухум касарабин», то есть деяния тех, кто не уверовал, деяния неверующих подобно миражу. Это 39-й аят. А в 40-м говорит:
подобно миражу, ау кезулюматин фи бахрин люджиин яхшаху мауджун мин фаукихи мауджун мин фаукихи сахаб. Зулюматун баадуха фаука баад. Иза ахража ядаху лам якадираха. То есть деяния тех, которые не уверовали, деяния неверующих, деяния, подобны морской пучине, подобны тьме в морской пучине, подобны тьме в морской пучине, которая покрыта волной, над которой другая волна, и над этой волной облако. То есть нету абсолютно никакого шанса, никакой возможности свету добраться до этого дна. Именно такую роль играют деяния неверующих. Деяния неверующих играют именно такую роль. Они покрывают, они скрывают свет его святости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Свет ислама, свет священного Корана закрывают и ограждают от всего остального человечества. Закрывают путь к этому. Здесь мы, то есть здесь говорится, что тьма в морской пучине, которая покрыта, над которой волна, и над этой волной другой волна, и над этой волной облако. Зулюматун ба'духа фаука ба'д. Здесь тьма над тьмой. То есть здесь не просто тьма, а тьма во тьме. Настолько... Акцент делается. Да. Иза ахраджа ядаху лам якадираха. Когда человек достает свою руку, он близок к тому, чтобы вообще не увидеть свою руку. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورَ فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ. И тот, кому Бог не даровал свет, у того нет никакого света. И разъясняя этот аят, этот священный аят, его светлость, имам Садык, алейхиссалату вассалам. Шейх Курбан, я думаю, может, после паузы, кстати, разъяснить, так как... Да, если, конечно, есть небольшую паузу. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим обсуждать данную тему. Уважаемые телезрители, мы прервали небольшую паузу, до которой обсуждали роль Фатимы Захры, саламу алейха, в истории человечества. Уважаемый шейх Гурбан, вы говорили о тьме, в которой люди находятся. Да, разъясняя, толкуя данный аят, его святый имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит следующее. Это предание приведено в Аль-Кафи от его святого имама Садык, алейхиссалату вассалам. Здесь говорится, что «Кязулюматин фи бахрин люджиин» – это первые два халифа. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, это предание из Аль-Кафи, что тьмой в морской пучине являются первые два халифа. Первые два. То есть то, что они сделали, и Сакифа, то, что в Сакифе произошло, это, то есть если мы хотим раскрыть, что здесь подразумевается, то
то, что они сделали в Сакифе, тот выбор, который они произвели, и в дальнейшем все их действия, та стратегия, которой они придерживались, те решения, которые они принимали, да и вообще то направление, в котором они определили движение мусульманской общины после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, это потушило для огромного количества людей, потушило для большинства мусульман свет истинного ислама, потушило свет истинного священного Корана, потушило свет священного понимания священного Корана. «Фи бахрин люддийин яхшаху мауджун», над которым волна, сказано в священном Коране. И эту волну толкует его свет имам Саад, алейхиссалату вассалам, как третий. Но третий пришел, сделал нечто еще более невероятное. Это была тьма. Тьма, скрывшая ислам. Скрывшая истинный ислам, скрывшая истинное кораническое учение. Но третий пришел и покрыл эту тьму новым слоем тьмы. И то, что делал третий халиф, это всем известно, и историки об этом написали, и несмотря на то, что некоторые все-таки его оправдывают и пытаются найти оправдание, но все-таки всем прекрасно известно, что этот человек делал. Он навязал власть аммиядов, которым его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, запрещал поручать какие-либо ответственные должности мусульманской власти, общине, даровать какую-либо власть. Он просто-напросто подарил, безвозмездно подарил весь халифат этим людям, этому семейству, этой династии, которая, кстати, это была его собственная династия, то есть он сам был аммиядом. И все бесчинства, вся та несправедливость, которую они творили, в том числе распространяли учение полностью ровно противоположное исламскому учению. В частности, мы это наблюдаем в Дамаске, то, что делал Муавия ибн Абу Суфьян. Да. Именно все это послужило причиной того, что некоторые мусульмане восстали, и в результате этого восстания был убит Усман. То есть третий халиф в результате этого восстания был убит. Имам Саад, алейхиссалату вассалам, говорит, то, что сделал этот третий человек, он просто покрыл новой волной эту морскую пучину, эту тьму в морской пучине. Или третий халиф. То есть первые два халифа это сама тьма, а третий халиф это еще больше покрыл эту тьму тьмой. Да, да. И далее сказано: «Зульматун ба'духа фаука ба'd». Тьма над тьмой. То есть наслоение тьмы здесь, подобно наслоениям тьмы. И здесь имам Саад, алейхиссалату вассалам, говорит: «Муавия ва фитану бани Умайя». Муавия и его потомство здесь подразумеваются. То есть последующие поколения аммиядов после Муавии, Муавия сам и последующие поколения аммиядов, они просто новыми словеями покрывали эту тьму. Все больше и больше скрывали свет ислама. Далее сказано «Ида ахраджа ядаху». Здесь имеется два толкования. В одном предании говорится, что здесь имеется в виду верующий, но эти два толкования только взаимодополняют друг друга, ни в коем случае не противоречат друг другу. Второе толкование здесь говорится, что речь идет об Али ибн Аби Талибе, алейхиссалату вассалам. Что здесь говорится? Когда он достает руку в этой тьме, что мы под рукой подразумеваем? Что араб подразумевает под рукой? Подразумевает силу. Силу. Да. Подразумевает возможности действовать. Подразумевает свой потенциал, в конце концов, под рукой. И это подразумевает, то есть реализацию своего потенциала, воздействие своих деяний и результат своих деяний. Это подразумевает араб, когда говорит руку. То есть в том числе и это подразумевает. И то, что здесь имеется два толкования, верующий и Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, это не противоречит друг другу, потому что Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, является первейшим из верующих, повелителем, амир аль-муминин, повелителем верующих. Поэтому, конечно же, все, что имеет отношение к верующим, в первую очередь имеет отношение к Али ибн Аби Талибу, алейхиссалату вассалам. Поэтому здесь нет никаких... здесь между этими двумя толковами нет никакого расхождения и противостояния. Когда в этой тьме, находясь в этой тьме,
оказавшись в этой тьме, его святость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, хочет что-либо сделать, изменить что-то к лучшему, что-то позитивное принести, он не видит результатов своих деяний. Он что-то делает, говорят, это против сунны того-то халифа, этого-то халифа и так далее и тому подобное. И то, что мы видим, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, после этой тьмы пришел к власти и 4 года правил, он на протяжении этих 4 лет вынужден был сражаться с теми, кто называется мусульманами. Он вынужден был, да, если выразиться другими словами, он вынужден был разгребать все то, что они сделали. И он столкнулся на самом деле с результатами этих деяний, с результатами их деятельности. И должен был свои 4 года потратить только на это. Я даже, если не ошибаюсь, именно вот, когда к Мамалясам пришли после смерти второго халифа, но затем, чтобы присягнуть ему, ему поставили условия. То есть следовать сунне, следовать Корану, и третье ему условие сказали следовать первым двум шейхам, то есть двум халифам, на что он отказался, и до того выбрали третьего халифа. Да, да, да. Потому что они знали, да, что он откажется, и так условием поставили. Да, он да, совершенно верно. Далее в священном аяте говорится, тот, кому Бог не установил света, обратите внимание, это все очень важно. Для того, кому Бог не установил света, у него нет никакого света. И здесь имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что кому Бог не даровал имама из рода Фатимы, тот, чьим имамом не является некто из рода Фатимы, для того вообще никакого света нет. Если, то есть, человек мусульманин, у него не следует за имамом из рода Фатимы, то для него нет никакого света. Он во тьме и движется подобающий человеку во тьме. То есть из рода Фатимы, саламу алейхи. Поэтому мы с учетом всех этих обстоятельств, всех этих толкований, всех этих пониманий, аятов Священного Корана и исторических обстоятельств, понимаем всю ту важную роль, которую сыграла ее светлость Фатима Заһра, саламу алейха. Но здесь с какой точки зрения? С какой точки зрения на роль ее светлости, саламулла алейха, можем посмотреть? То есть, что здесь подразумевается, когда говорится «Масаль нурихи ка мишкат», и мишкат уподобляется Фатиме, саламулла алейха. О чем здесь говорится? Мы можем посмотреть на это простым взглядом, более близким к историческому взгляду, о котором мы говорили в самом начале, то есть более такой привычный для нас взгляд. Можем посмотреть более... Да, можем взглянуть на это более глубже и рассмотреть. И, на мой взгляд, этот глубокий смысл намного более важен этого поверхностного смысла, хотя, если мы это расскажем, может кому-то показаться иначе. Обратите внимание, то, что мы говорим о поверхностном понимании и роли ее светлости Фатима Заһра, саламулла алейха, то это то, что ее светлость своим авторитетом опозорила этих людей, этих лицемеров. И то, как они с ней обращались, запечатлено в истории. И каждый мусульманин с этим может ознакомиться. И множество людей, и многие люди на протяжении всей истории узнавали истину. Приходили, примыкали к истинному имаму, ознакомившись. Что произошло? Ее светлость Фатима Заһра, саламулла алейха, оградилась от этих людей. И причем обоснованно, не просто так, она обосновала, когда они забрали у нее Фадак, землю Фадак, ее светлость, саламулла алейха. Это было демонстративно, это не было как бы скрыто. Да, совершенно верно. Ее светлость Фатима Заһра, саламулла алейха, сначала требовала это как свое имущество. Говорил, что это мое имущество, вы не имеете это право забирать у меня. Подарок. Но когда они стали утверждать о том, что нет, это не твое имущество, это и было имущество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, то тогда ее светлость Фатима Заһра, саламулла алейха, требовала это как наследство, потому что она была единственным наследником своего отца. То отдайте мне это как наследство. Но здесь они говорят, что
пророки не оставляют, пророки, которые вне всякого сомнения. Как это все люди имеют право оставлять наследство, а пророки не имеют оставлять, не имеют права. Помимо этого, мы в Священном Коране обнаруживаем, что одни пророки наследовали другим пророкам. Это в Священном, да, здесь в Священном Коране об этом говорится. Они здесь выдумывают хадис от его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, что мы не наследуем, а то, что оставляем, является благотворительностью, является садака, и является подаянием. Ее святость Фатима аз-Захра, саллаллаху алейха, отвернулась от них. Не то, чтобы не присягнула, что подобало бы сделать верующему человеку, если они на самом деле были бы наместниками его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Помимо этого, она отвернулась, не разговаривала. Это в самых достоверных источниках дошло до нас. И когда она умирала, запретила им приходить на свои похороны. И более того, она запретила рассказывать о том, где была похоронена. О том, где была похоронена. Это один взгляд. И здесь мы обнаруживаем множество... Будучи недовольна, она ушла из жизни. Да, совершенно верно. И при этом мы читаем в самых достовернейших источниках, что она была госпожой женщин рая, госпожой женщин мусульманок и так далее, и так далее, и так далее. Невероятные качества, которые принимают. Невероятные качества, на которых единогласны вся мусульманская община. Все единогласны, нет никаких разногласий. И такой человек отворачивается от этих людей. Такой человек... То есть проявляет недовольство этими людьми. Конечно же, это является позором для них, является важным историческим шагом для того, чтобы разрушить эту тьму, созданную ими. Тем более, это были необычные мусульмане, там, допустим, которые, как, допустим, какой-нибудь работник, это были те, которые возглавляли всех мусульман на то время. Конечно, конечно. Это элита. Само собой, само собой. И это воздействие этого поступка ее светлости в этом, потому что это запечатлено, это признается всеми, здесь нет никаких разногласий, здесь нет, никто не может сказать, что это слабая история, слабое предание и так далее, и тому подобное, нет. Это запечатлено и со временем, чем дальше будет развиваться человечество, чем дальше, тем больше этот фактор, и этот исторический факт, и этот поступок, и этот жест ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, в мусульманском мире еще больше обретет популярность, еще большую известность обретет, и в последующем станет этим светом, просвещающим и открывающим путь к этому свету, истинному исламу, истинному учению его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, все большему и большему количеству мусульман в будущем. В этом абсолютно нет никаких сомнений. Наше время подходит к концу, если вы хотели бы закончить. Другая сторона. Другая сторона, другое понимание роли ее светлости Фатимы аз-Захра, саламулла алейха, которая немножко более глубокая роль, намного более глубокая роль, но, возможно, менее заметная, так как мы привыкли к такому пониманию истории, к поверхностному пониманию истории. Это привычное, более привычное понимание. Но при этом это более действенная роль, более значимая роль. По крайней мере, об этом говорит Священный Коран. То есть с точки зрения исламского учения, коранического учения, это более важная, более значимая, более действенная роль. Но я так понимаю, что мы это не успеем сегодня. Не успеем, потому что время ограничено. Я думаю, если будет интересно всю передачу послушать, какая именно более важная роль. И хотел бы задать вопрос на следующей передаче, почему люди не обращают на эту важную вещь свое внимание. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что пришли. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Уважаемые телезрители, на этом я с вами вынужден попрощаться. Еще раз приношу свои соболезнования. И увидимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.